yeah, baby. Любит Россию, приехал несколько лет назад работать сюда диджеем. Его приехал по приглашению работать в Россию, и здесь ему очень понравилось, он здесь остался. Но он живет на два города, между Нью-Йорком и Москвой, то есть у него и там есть работа, и здесь, в Москве тоже. Больше времени проводит в Москве, очень сильно устает. Больше времени проводит в Москве. Ну, в Москве работы больше, во-первых. Во-вторых, здесь живет его семья. Маленькая дочка у него есть, жена. Вот. И здесь он на радиостанции Мегаполис FM, у него своя программа. То есть здесь больше работы, а там, в Нью-Йорке, Стэн любит отдыхать больше. Да, первый магазин открыл, и было очень сложно в те годы что-либо открыть, и вообще сложно было держаться на плаву в экономическом плане, но Стэн вот попробовал, тогда это было очень востребовано. Yes, I worked here more than that, more than 20 years. DJ is my life, music is my life. My жизни, I think. How you say it? Music is my life, and I will never stop. Он больше любит большие площадки, потому что там больше лучшая энергетика, и особенно любит, когда стоит повыше чуть-чуть, и народ очень хорошо видно. Первый раз приезжал на день рождения клуба, ему очень понравилось, он был счастлив, его очень здорово приняли, публика очень добрая, и Стэн говорит, что счастлив приезжать к нам, работать, но мы тоже очень рады. Hi, this is Stan Williams from New York, and you're watching MTV News Block for you.